Приветствую всех, Одесса на связи, 20 апреля 2024 года. Сегодня происходит какой-то дурдом, уже пятая воздушная тревога за сегодняшний день. Буквально 5 минут назад в 11:50 дали тревогу. Причина все та же, угроза баллистики с Крыма, сообщают о выходах ракет якобы в сторону Запорожья. Вот. Но баллистика дело непредсказуемое, долетает до Одессы за считанные минуты. Вот сейчас пишут о том, что взрыв в Днепре, вот, судя по всему, полетело не на Запорожье, а на Днепр. Не исключено, что могут пустить и в нашем направлении, поэтому на тревогу реагировать моментально. Баллистика долетает просто за считанные минуты, и, скажем так, медлить тут нельзя. Я на связи, пока все тихо, уже 12:01, никаких взрывов не звучало, будет обновляться информация, обязательно буду сообщать. Берегите себя и своих близких, реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Сегодня максимально тревожный день. До встречи, всем пока.